номер машины тоже снимать? Конечно. Она должна знать свои герои. Вот, 55-й регион достаточно. О, у тебя АУ 55. АУ. АУ 55. Да. Готовимся к съемкам. Вот кто говорит, что блогеры там самые делать нефиг, не работать. А это, друзья, работа. Надо ходить, придумывать что-то. Работает для мозга и для рук. Придумывать новые локации. Придумывать новые какие-то, чтоб вам, зрителям, было интересно. Разнообразить так называемый контент. Ну что, установил свою аппаратуру? Сейчас устанавливаю. Ты что, это же... Что ты там устанавливаешь? Это микрофон радиосистемы, который позволяет работать со звуком на расстоянии. На каком расстоянии? Ну, максимальное. В зоне прямой видимости примерно в районе 60 метров. Ага. А не прямой? А не прямой, там разные есть факторы. Так что вот так. Как система твоя называется? Система называется комика. Короче, для комиков. Нет, называется так это. Слушайте, а руки-то мерзнут. Руки мерзнут. Да, сейчас варежку. Зима же на носу. Так а чё, почему на носу-то на уже? Ролик у нас есть снятый. Мы сейчас будем... Просто я хочу сделать заставку. Ролик мы снимали в 2013 году. Залили его на Одноклассники сначала, а потом наши знакомые попросили наш ролик, фильм наш, и залили его на YouTube. Сейчас вот мы хотим... Хочу я его залить снова на YouTube. И вот делаем эту заставку. Блин, не надо так снимать, надо горизонтально. А я как? А, вижу, все. Ты что, телефон я как держу? Раз, два, три, все, звук идет, нормально идет. Вот так вот, с ума сходит. Да, так. Не видят, как телефон я держу. Так. Хотя телефон не маленький же. Видно, что там? Вывалится повербанк. Ну надо какую-то сумочку придумать, шить. Так у меня жена же это, мастерица. Она... Матерится она, ой, как матерится. Мастерица. И матерится, и мастерица. Так, сейчас я доеду. Так, а камера здесь будет стоять? Не-не-не, камера вон там будет стоять. Ну, тогда. Место геолокации мне покажите, пожалуйста. Моего базирования с камерой. Да, а фильм мы снимали в этом месте. Вон там, в том лесу, куда он пошел. Там есть столик. Как быстро идет, не успеваю прям за ним. Сейчас на тропинку выйду. Вот, полегче пошло. Вот, прям вот видно то место, где мы снимали. Вон там, за тем ящиком. Да? Ну ничего, да, нормально. Где мы снимали фильм? Здесь снимали. Ну не именно здесь, чуть дальше, вон туда. Вон там как раз Дед Мороз выходил. Так. А, Снегурочка там была. Приближать меня не надо. Зумом работать не надо. Вот я просто буду... Короче, просто за тобой следить камерой и все. Да. Окей, Google. Так, раз, два, три. Да, это будет микрофон. Так, вот у нас микрофон. Какая красота здесь. Так.
Так, смотри, давай, выключай, и я сейчас объясню. Хорошо. Руки замерзли. Замерзли. Вон, какой вон ты? Какие красные. Красные. Замерзли. Закаляться надо. Угу. 100 грамм надо было выпить. Ага. Чтобы держать. Они не пьют. Алкоголь. Я не пью. Я употребляю. Тем более употреблять. Или сало надо было поесть. Ага. Ага. Чтоб тепло было. Ела бы, что не ела? Вот. Быстрее, быстрее, поехали давай. Вот вывез в лес. Оставлю сейчас. Ага, не мечтай. Ку-ку здесь. Ку-ку. Что, все? Ага. Лавочка закрыта. Вон какой флаг там. Какой-то белый с надписью. Вова, Вова. Камеру не заносишь. Я же должен носить. Режиссер не должен таскать камеры. Он должен руководить. Я тебе не Санчо Панс. И понятно? И... Нет. Правильно, Альфа? Мы тебе не Санчо Панс. Пойдем посмотрим отснятый материал и будем исправлять, если что-то не получится. Замок там висит, и дверь нам надо облагородить. Ваши двери так пойдут.